году весна застала всех врасплох не только в Великобритании. Здесь, в Тичино, на границе Швейцарии и Италии, склоны гор, прилегающие к озеру Лугано, уже усыпаны цветами, по крайней мере, на 2 недели раньше обычного. Раньше вылетели пчелы, и пышный цвет предоставляет им обильную пищу. Так дала о себе знать прошедшая зима, одна из самых мягких на памяти живущих сейчас людей. Самым главным ее следствием оказался необычайно богатый урожай спагетти. Последние 2 недели марта – тревожное время для тех, кто выращивает спагетти. Всегда есть опасность поздних заморозков, которые, хотя и не уничтожают урожай полностью, как правило, ухудшают вкусовые характеристики продукции и тем самым затрудняют получение за нее максимальных цен на мировых рынках. Но теперь эти опасности позади, и начинается сбор урожая спагетти. Культивирование спагетти здесь, в Швейцарии, конечно, даже отдаленно не напоминает гигантские масштабы итальянской индустрии. Многие из вас, я уверен, видели фотографии огромных плантаций спагетти в долине реки По. Для швейцарцев же это скорее семейное занятие. Другая причина необычайно изобильного урожая этого года заключается в фактическом исчезновении спагетти-долгоносика, крошечного существа, вредящая деятельность которого вызывала в прошлом большую озабоченность. После сбора спагетти выкладываются на просушку под теплым альпийским солнцем. Многие люди часто бывают удивлены тем фактом, что спагетти имеют столь единообразную длину. Но это результат многих лет тщательной работы селекционеров, которым удалось вывести идеальные сорта. И теперь завершение сбора урожая отмечается традиционной трапезой. Провозглашаются тосты за новый урожай, затем официанты вносят церемониальные блюда, и это, конечно же, спагетти. Собранное ранним утром того же дня, подсушенное на солнце, оно приносится из сада на стол свежим, на самом пике своих достоинств. Для тех, кто любит это кушанье, нет ничего лучше настоящих, выращенных своими руками, спагетти.